Еще дней 10 минимум в Перми и Пермском крае будет идти снег. Где с небольшими перерывами, а где достаточно сильный. Это прогноз. А вот фактом остается то, что снега с начала года на улице нашего города выпало уже достаточно. И, к сожалению, убрать его успели далеко не везде и далеко не так, как хотелось бы. Это на первый взгляд может показаться, что здесь тупик. Ну а здесь, соответственно, жилая зона. Там даже на въезде знак соответствующий есть. Но если мы откроем карту, то увидим, что здесь начинается, точнее, берет свое начало продолжение улицы Островского. Соответственно, данная проезжая часть и прилегающая к ней территория должна убираться точно так же, как и все другие улицы Перми, ну, соответствующей категории. Но что мы видим? Тротуар упирается в снежный отвал, который выше автомобиля. Это с одной стороны. С другой, ну, там вот висят какие-то знаки на столбе, но их не видно явно проезжающим автомобилистам из-за этого снежного отвала. Ну а здесь могли бы припарковаться несколько автомобилей, но не припаркуются. Еще один снежный отвал. А ведь здесь, с одной стороны, профессиональное учебное заведение, с другой – детский сад, с третьей – коммунальная организация, далее – проезд к военному суду и другим организациям. Вот только уборка снега здесь идет как не на улице, а в каком-нибудь забытом дворе. Хотя все ведь регламентировано. Укладка снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, объезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии полуметра от бордюрного камня или кромки проезжей части. Формирование снежных валов не допускается на тротуарах и во въездах на прилегающие территории, дворы, внутриквартальные проезды и территории. Если исходить из этой логики, то получается, что сама уборка в этом месте происходила с нарушением установленных правил. Отвал находится прямо на тротуаре, рядом со въездом на территорию детского сада. И это без учета сроков вывоза снега. Вывоз снега с пешеходных переходов, проездов на территорию социально важных объектов осуществляется на места отвала снега в течение суток после окончания снегопада. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог на обочины, должен быть вывезен с обочин на места отвала снега на автомобильных дорогах первой категории содержания в течение 3 суток, на автомобильных дорогах второй категории содержания – 10 дней, на автомобильных дорогах третьей категории содержания, если размеры снежного вала превышают допустимые. По этой улице, по всей видимости, проезжает больше 2000 автомобилей в сутки. Соответственно, она относится к дороге третьей категории. А габариты снежных валов назвать допустимыми здесь очень сложно. Поэтому вывод один – их необходимо убирать. Но об этом мы расскажем уже в следующем выпуске рубрики «ЖКХ». И о том, должны ли управляющие компании вывозить снег с придомовой территории. Ритис Бараускас, телекомпания «Ветта». Ваши вопросы и заявки по теме ЖКХ оставляйте в одноименном разделе на сайте vetta.tv.